кухне сегодня печет блин Кристиан Рей. Композитор, поэт, хореограф. Родился в Москве. Жил в Европе, Латинской Америке, Африке. Знает 4 языка. С детства был ребенком искусства. С сестрой Моникой играл на пианино в 4 руки. Страстно любит верховую езду и подводное плавание. В 94 году создал группу MF3. С ней и ворвался на эстраду. Пора. Да, так вот, вот мой первый блин, связанный с водой, водный такой блин, состоялся как бы в тот момент, когда мы снимали клип. Клип мы снимали действительно на воде, и... Отлично. О, хорошо. Разобрался. Вот, и мы ездили на водных скутерах, снимали мы это дело на водных скутерах, естественно. Короче, лечу на этом скутере. Скутер мчится со скоростью, наверное, километров 60, наверное, в час. Со страшной скоростью. Пора переворачивать. Пора. Да? Давай перевернем. Я доскажу. Вот, и... Ой-ой-ой-ой-ой. Да, что-то с блином. По-моему, блин, по-моему, у меня, ребят, прости. Ну, как история, все. Слушай, надо вообще... И я лечу на этот самолет, и, короче, такой момент просто безумный совершенно. Я лечу на этом скутере и вижу перед собой Максима Асача, который летит на самолете. На уровне меня абсолютно. То есть он просто наперерез вот так вот садился. Вот, и у меня все, то есть мы в шоке с Вариком, волосы дыбом, мы не знаем, чего делать. И в последний момент они чиркнули буквально колесом, по-моему, задним по воде. Пилот, как в «Индиане Джонс», вытягивает это дело назад. Да. Вот, и они уходят вертикально вверх. Кадр потрясающий, ну, был, просто со стороны снять. Я не знаю, если он снял, по-моему, он перепугался настолько, что не снял именно этот момент. Но да. Потом мы его досняли, естественно, то есть блин состоялся. Говоришь мне ты, что любишь группу MF3. Наши вкусы совпадают, ты похожи, мы будем учиться делать ночи напролет. Я возьму тебя с собой, музыкальный полет.